Я вам уже показывала Марию. Они расслышали, кого я показывала. Это сорт Мария. Очень-очень урожайный сорт малины. Вот такая красота. Смотрите, сколько ягоды. Работает пчела. Он еще активно цветет. И вот если взять латерал, вот смотрите, один латерал. Вот он идет. Вот бутоны. Вот под этим листиком. То есть, ну, прям такие длинные латералы. И очень-очень много цветков. Ягоды на этом сорте огромное количество. Он показывает этот сорт великолепную урожайность. Ягода крупная, очень вкусная. Я обожаю этот сорт. Пчела вот до сих пор работает, жужжит. Сорт не поражается болезнями. Очень устойчивый, живучий. Ну, по крайней мере, в моих условиях это один из самых шикарных сортов. Вот такая красавица Мария.